Всем привет и добро пожаловать! Bard's Tale 4, небольшое видео в помощь прохождения. Итак, задание. Называется оно «Отдых героя. Найти способ изгнать опалителя». Как это все здесь оформить? Во-первых, на островах. Вот здесь вот на карте я нахожусь. Вот. Здесь, кажется, главное их поселение. Вот, недалеко от портала. Сейчас мы туда сбегаем, посмотрим, как он там выглядит. Нужно найти такой вот шпиль некроманта, называется территория. Она достаточно небольшая. В одной из комнат вы находите ключ, при помощи которого открываете дверь в гробницу воина, кажется. В этой гробнице находите весло. Это весло помещаете на, значит, алтарь возле лодки. Эта лодка сразу телепортирует вас в довольно интересное место, где будет бой с некромантом и кучей там народу. Побеждая его, прямо за ним, даже во время боя, вы можете увидеть, на стене будет том, книга. Выглядит она следующим образом. Вот такая вот. Книга некроманта называется. Такие вот статы, кому будет интересно. Как только вы забираете эту книжку, вот, вам сразу же обновится это задание. Скажет, что вот, вернитесь к опалителю. Значит, а на островах ближайший телепорт. Ну и, возможно, если кто-то не разберется по скриншоту, да, по карте метки, вы можете заметить, как я здесь вот перебегаю, как здесь можно сюда легко добраться. Вот, значит, этот портал. Сейчас мы здесь еще сделаем небольшой кружок. Кто здесь бывал, то, я думаю, территорию быстро здесь определит. Значит, поворачиваем вот сюда, и вот он, наш родной. Так, применяем мелодию. Мы находимся на вот этом вот южный, кажется, южный что-то там тролливали, не помню. Так, у нас вниз с корабля ведет путь. Сейчас здесь все это быстренько загрузится, и мы посмотрим на историю опалителя, и кажется, он еще обещал нам дать какой-то посох или меч. Сейчас заметим. Так. А вот и загрузочка наконец-то закончилась. Проведем наши замечательные шаманские настройки. Есть. И пошли вперед. Ты точно не хочешь побороться? Точно. Нам даже бороться не обязательно, можем просто... Я женат, жрица. Ну, да мне все равно. Медведи пилигрим. А мне не все равно. Вот в чем проблема. Не понимаю я этих южан. Так, секундочку, не в тот поворот я заглянул. Нам нужно выйти на площадь. И там недалеко будет сам опалитель. Так, тут можно забрать опыт. Не проходите мимо. Отлично. Ну вот, поворачиваем вот сюда. Мимо этих товарищей. И, а вот и сам опалитель. Здорово! Герои вернулись. Продолжить. Жаль для того, чтобы выпустить меня из посмертного плена. Так это можно устроить. Хвала богам, изгоните меня. Продолжить. Не забывайте меня, славные герои. Награда за задание 500 опыта. Квест комплит. От него осталась просто куча. Здесь какой-то вот золы. И дал ли он нам посох? Да, смотрите, какой у нас тут драконий посох. Вот так вот он выглядит. Вот такие вот у него параметры. Неплохая броня, очень много силы. Плюс ко всему бесплатное заклинание. Поразите врагов дыханием дракона или столпом огня. Вот такое вот получилось небольшое у нас видео. Надеюсь, оно вам поможет изгнать наконец-то этого опалителя. Ну и решить эту небольшую, одну из многочисленных загадок в этой игре.
Надеюсь, вам оно помогло. Если да, то не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить другие видео по другим интересным играм. Всем удачи, пока-пока.